Да, то есть немецкая техника. То есть те удары, которые мы сейчас показывали, эти удары с выбросом все венецианская, как бы, а это немецкая, то есть это будет немецкая техника. Удары крестовые, да, по кресту, то есть вверх-вниз, вверх-вниз и горизонт, горизонтальный удар. Также диагональный крест. То есть те же диагональные удары, понятно, в стоящем, в статическом положении не очень удобно, но когда много включается, то очень удобно и очень мощно будет поместить. Также после атаки противника здесь и вот крест.